Матч «Шериф-Динамо-Загреб» начнется непривычно поздно, в 10 вечера. Требование УЕФА, чтобы все игры Лиги чемпионов проходили в одно время. Болельщики смогут уехать после матча на общественном транспорте. Будут дополнительные рейсы. Троллейбусы будут ждать зрителей у главной арены сразу после финального свистка. Можно будет уехать во все районы Тирасполя, а также в Бендеры. Поместятся все желающие. Кстати, 10 вечера – это не рекордно позднее время начала матча. В декабре 2013-го игра «Шерифа» с норвежским «Тромсё» стартовала в 5 минут 11-го. Тогда в Тирасполе был почти 10-градусный мороз. Билеты на матч уже в продаже. Их можно купить на сайте «Билет ПМР», а также в платежных терминалах. В кассах спорткомплекса билеты появятся в день матча. Главную арену можно заполнить наполовину. На трибуны пустят больше 6 тысяч зрителей.